Всем привет, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня будет видео с массажем глаз. Вот. Я не знаю, почему я решил сделать такое видео. Просто это очень приятно и прикольно. Вот, что-то у меня сегодня язык заплетается. Ну что ж, давайте начнем. Давайте сначала смотрим ваши глаза. Фокусируйтесь, пожалуйста, на меня. Давайте я, пожалуйста, рассмотрю. Ну что ж, я, пожалуй, все увидел. Можете ничего не говорить, я уже все увидел. Ну что ж, давайте приступать к работе. Вот. Постарайтесь не слушать задние шумы, это так надо. Что ж. Так, смотрите на вот эти вот пальцы. Смотрите на палец, который идет. Так, хорошо. Так, хорошо. Так, давайте теперь чуть быстрее. Смотрите за вот этим вот пальцем дальним. Так, хорошо. Все проверки вы проходите на ура. Но позвольте, пожалуйста, спросить, а у вас случайно не наблюдаете какая-то болезнь с глазами? Может быть, или у вас какая-нибудь болезнь, что-то типа этого у вас не присутствует? Да, понятно. Ну, значит, вы говорите то, что у вас все хорошо. Так, ладно. Ну что ж, давайте перейдем к массажу. Такими, знаете, вращающими движениями. Давайте начнем большими пальцами. Вот, и рекомендую расслабиться. Не напрягайте, пожалуйста, глаза. Это, ну, очень мешает для того, чтобы глаза расслабились. Вот. Так. Что ж, давайте начнем.
месте. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вам приятно то, ну, какие-то эти были движения? Так, теперь давайте следующее упражнение для глаз. Массаж. Давайте теперь я вам буду делать массаж на кончике глаз, то есть вот тут. Словно. Теперь давайте на середине глаз. Движениями. Просто закройте глаза. Вот, и ни о чем не думайте. Самое главное, ни о чем не думайте и не напрягайте глаза. Вот. Я просто буду поглаживать по вашим закрытым глазам. Вот, это должно очень так снизивать напряжение. Вот, и вам должно быть хорошо и уютно. Вот, это обязательно. Так что движение.
массаж глаз, вот ее терапии. Вот сеанс продлился 10 минут. Вот, и надеюсь, что вам понравилось. Вот, и вы придете на следующий сеанс. Вот. Ну что ж, что я могу сказать, с вашими глазами вполне все в порядке, но слишком лишние напрягаются глаза, в общем говоря, если русскими словами, вот, и вам надо купить капли для глаз, особенно, да, можете брать любые, вот, абсолютно, главное, чтобы они были как можно, ну, эффективные, ну, то есть не пустышки, вот. Ну и на следующий сеанс, вот, что надо иметь, вам надо иметь 100 лайков, вот, обязательно 100 лайков, ну, как вы, ну, мне дадите, вот, оплата, так скажем, вот у нас просто есть оплата деньгами, есть оплата 100 лайками, вот если вы мне дадите 100 лайков, то следующий сеанс, конечно же, будет состояться, вот, и что я могу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм в описании, и всем до скорой